200 лучший жим, 300 лучший присед, 380 лучшая тяга в экипе. Ты злой, ты недовольный, там жрать не готов. А если без химии такое происходит, это что значит? Ну, на химию тебе нельзя вообще. Только же. Не, на 0,3 больше. 3, 2, 1, в добрый путь. Ну вот опять вот он. Как вот. Давид Шемей, город Белгород, 26 лет. Знаменит, наверное, скорее хватом, а так я один из лучших стронгов в России. В стронг попал в 2018 году, а так в теме я уже лет 10 силовых. А как вообще так получилось, что вот пошел в стронг? Случайно попадают в основном только психи. Вот я подошел под описание, то есть я занимался армом, ко мне подходят, говорят, слушай, тут у нас турнир крутой, мы собираем крутых людей, не хочешь поучаствовать? Я, ну, раз приглашают, надо идти. И вот меня затянуло сразу же. 200 лучший жим, 300 лучший присед, 380 лучшая тяга в экипе. Классики. Серьезно. Ну что ж, пожелаем удачи тебе в проверке на блуд. Я думаю, что погнали. Спасибо. Ну а спонсор выпуска — букмекерская компания Alimbet. Если вы хотите получать больше эмоций от спортивных событий, то присоединяйтесь к Alimbet. Для новых клиентов Alimbet подготовил отличное предложение. 100% возврат первой ставки до 10 тысяч рублей, если ставка не зайдет. А по моему именному промокоду BLUD компания дарит приветственный бонус в размере аж 500 рублей. Переходите по ссылочке ниже и получайте максимум от каждой игры вместе с Alimbet. Погнали. Давид, доброго здравия. Благодарим, что посетили. Как вы добрались? Все ли хорошо, все ли нормально? Все прекрасно. Все, спасибо. Я не знаю, о чем спрашивал Иоанн. Буквально пару слов. Рост, возраст, вес. Вот чисто такие стандартизированные настройки. Рост 182 сантиметра, вес 117 килограмм. 26 лет, да. Да. Сколько лет вы уже в спорте? Получается 11. Это вот прямо профессионально или нет? Не, ну как, я там пришел непонятно зачем, а оказалось, что почти профессионально. Мы, получается, я уже говорил в начале, что знакомы довольно давно, то есть вот прямо, мне кажется, лет 17 где-то вот точно я. Ну, да. И тогда вы уже удивляли нашу группу силачей старой школы разного рода рекордами, особенно это касалось сжатия эспандеров. Я в 17 первый раз троечку закрыл. Короче, я рассказываю для тех, кто не совсем понимает, а это такая узкая направленность, в общем, троечка, капитан Краш, это вроде бы 127 килограмм, да, если не ошибаюсь? Это типа они там меряют на середину пружины, ага. Ну, это сложности, в общем, если грубо, то да, на пачке так написано. На пачке написано 130 килограмм, в общем, до тройки доходит очень мало, ну, как бы не то чтобы очень, но это прям серьезная величина, и Давид хлопнул это в 17 лет, когда это было еще не особо распространено, и все на тот момент плотненько охерели. Вы прям взяли тройку, сжали и все, и, или как это все происходило? Получается, что-то там в 16 я пожал в школе динамометр, показалось 63 килограмма на ДК. Ага. Я репу почесал, думаю, ага, подходит под единичку под килограмм. А, то есть на тот момент, да. Вы уже типа знали, что типа вот это вот... Я заказал единичку, такой шлеп, ну, бля, пластилин, угу. Не подошло, не угадал. Я сразу заказал тройку, угу. Приходит тройка, я такой... А это кирпич. Да, она прям удивляет со старта. И потихоньку я просто ее вот так вот полужмакивал, пока не закрыл. А был ли какой-то бэкграунд или с чем вообще связано, в принципе, ну, такой потенциал силовой, наверное? Просто вот от бати досталось. С чем начинался вообще, типа, спортивный путь? То есть вот именно вот прям... Я крутил всякие солнышки, там, без лямок еще. Воркаут было уже тогда, эта формулировка, или турникмены? Турникмены тогда. Еще это не обидно вроде было для спортсменов. Пару лет повисел на турниках, вот, и ребята такие, типа, мы в зал пойдем, пойдешь? Блять, пойду. И они все отвалились, я остался. Получается, 15-16 я бездумно прокачался, потом попал в арм, и в арме я вот до 21 почти пробовал. Насколько я знаю, норматив мастера спорта имеется, да? Да. Нормально. Для этого Россию надо выиграть или... Всероссийский турнир какой-нибудь. Угу. Вот. Я выиграл чемпионат России среди студентов, мне прям повезло. Там редко собирается количество людей мастерских, и вот я прям влез. Я прошу прощения, а что заканчивал? Где учился? Белгородский государственный университет, какой-то там исследовательский, сложно. БелГУ, в общем. Я тренер и преподаватель. Физкультуры. Вы сказали, что от отца что-то досталось, отец тоже какой-то? Отец вообще ничего никогда в жизни не делал, но он взял этот динамометр, такой сразу 80 надавил, я говорю, понятно. А, короче, мужик просто труда и... Не труда, он вообще не труда.
А чем отец занимается? Ничем. Ну, он проработал в органах, там ничего не делал. Потом, как только вышел на пенсию, начал там машины разбирать, и тоже он такой, болт тяжело крутится, не буду напрягаться, вот такую трубу принес, чтобы рычаг подлиннее раз. Понятно, не усирай. Ну, плавно по это самое продвигаемся к первому заданию. У кого хват круче, у Юрковца или у тебя вообще? В эспандерах я, в динамометрах он. И в армлифтинге он глушит динамометры вообще, у него типа, целый список, у него хобби. Он по ошибку их отправляет. Он любит, типа, он говорит, я типа с детства, ну типа, я, он, по-моему, так и представился, я профессионально ломаю динамометры, то есть он прям кайфует. То есть он там стрелку на ДК топит вообще под. Если что, как бы, ну, мы вот Давида выдернули, ну, как вот он приехал, так и выдернули, то есть тут биоритмы, все, то есть, ну, как бы, показываем, как можем, что можем. Оказывается, магнезия своя, да, вот, у профессионалов, а почему так, это на что влияет? Магнезия разная, в основном та, которую дают на соревнованиях, это говно дешевое, все просто, потому что спортсмены берут ее вот так там раскидывают, и если ты купишь дорогую, будет грустно. Ух, как широко. А, да, крути, меняй, то есть я по-моему, пока с Юрковцом не познакомился, вообще не знал, что они двигаются. Можно. Он такой взял, начал крутить, я говорю, что делаешь? А она, оказывается... Не, я ж это коротколапый. А можно глянуть? По поводу коротколапости. Ну, в принципе, да, кстати. Большой палец только такой прям вот. Ну, чуть-чуть больше, но в целом, да. Чуть сознанку не потерял. Бля, ну это что-то... Что-то нам. Ну, я вряд ли прибавлю, у меня еще, бля, палец разваливается. Я его там это присадил где-то на Сибири. 136,6. Подожди, а Юрковец сколько? 146 он сделал. 143. Он-то сделал, наверное, не предполагал, что так скоро ко мне в гости зайдет. Насколько я могу сейчас понимать, что вы профессиональный спортсмен, да? Ну, то есть, скорее, как, да. Ну, пытаетесь зарабатывать этим деньги, насколько это возможно в суровых российских реалиях. Да, ну, на еду хватает, в принципе. Можно не работать. Можно тогда пройтись буквально по интересным силовым. То есть, у каждого спортсмена, человек, который занимается спортом, есть свои ачивки, которыми он прямо горд. То есть, там, допустим, там 40 раз подтянулся, 30 раз отжался. Скажите, вот ваши силовые показатели, которые прямо вот для вас являются основополагающими такими. А у меня рекорд России в бревне. Это до 105-180. 180 подъем бревна над головой? Да, это прям... Нет, это не... Для 105-ки это хорошо. Чел, это же пиздец много. Подожди, а на штанге сколько ты делаешь-то? Меньше. Серьезно? Из-за того, что я не очень гибкий, бревно лежит вот так хорошо, а штанга не лежит, и мне ее приходится сжать. Ну, я со спины делал тоже 180. Бля... Ой, очень много. Я что-то, бля, очень круто. Почти 200, чел, то есть это прям вообще. А дядя Миша сколько толкал? У него рекорд России как раз 205 в абсолютной. Стронги, они его в основном бревно, это как будто жмут. То есть есть типы, которые жмут там по 200 его, но при этом, и ты думаешь, а почему ты его не толкаешь, типа, ну там, ногами не поможешь. Я объясню. Все очень просто. По мере роста уровня спортсмена, ему приходится все оверхеды переводить на чистый жим, потому что у тебя не вывозят колени. То есть ты должен и приседать, и бегать, и носить, и все-все это ноги, ноги, и ты хотя бы подъемы над головой хочешь отделить от ног, чтобы не сдохнуть. То есть даже те, кто в начале своего пути толкали, они потихоньку переходят на жимовой швунг сначала, а потом вообще на жим. А локтям проще в этом плане? А локти, получается, только вот жмут, они же больше ничего не делают. Так, хорошо. О том, что люди думают, что люди, которые ставят рекорды, им платят очень много денег за это, и они прямо вообще вот как сыр в масле. Все понятно. Ну, за какие-то рекорды хотя бы платят. Ага. То есть за этот рекорд я 30-ку получил, за рекорд в Сочи 100-ку получил. Гантель 100 на 7 за 30 секунд. Это тоже рекорд. 100 да. на 7. Ну, получается 30 секунд нестандартное время, но у нас такие условия были, что пришлось вот так оставим. Гантель 100 на 7, то есть это получается по длинному циклу с касанием да, земли да. за 30 секунд. Так это же, блядь, какой-то кроссфит получается, нет? Есть ведь видяшка? Да. Мы сюда сможем присобачить и бревно, и эту штуку получается. Так, окей. Это много, очень. Вот на этой подготовке я прям вообще хорошо уже пошел, и 149 гантелей я толкнул на два раза. Вот это прям, это превышает мировой рекорд там на 4 килограмма, еще и на два раза. Но, увы, на Сибири я не смог подтвердить, потому что на второй день ты уже прям... Да, понятно, но типа это ж нужно прям свеженьким, прям отдохнувшим. 149 на два? Да. Пиздец, чел, вообще ебануться. Какой максимальный вес гири толкал? Сотку я толкнул, ну там, типа,
криво косо. Вот так, да. 96 вроде нормально. Просто я их не делаю, и они разительно отличаются от гантелей по вопросе фиксации. Угу. Гиря, чем больше, тем она начинает вот это там выворачивать, и надо прям отдельно ее готовить. Блять, мне после каждого, короче, это после каждой цифры нужно немножко переосмыслиться, потому что, ну, типа, 150, короче, это... Ну, просто обычный человек 50 килограмм не сможет толкнуть вообще, типа, никак. То есть 50 уже толкают, как бы, люди, которые чем-то занимаются, а здесь просто больше на 100. Даже не всегда. Левая не справляется. Бля, я бы не против, если бы у меня так не справлялось. Я больше сотки на этой херне так и не выдавил. Ее юзаешь, не юзаешь, я попробую. Она как будто... Ну... Не растет. Да, да, то есть оно как бы еще и хуже, знаешь, как будто. Ты еще и устаешь, да, есть такая фигня. У меня лучший 147, но я это делал, когда готовился к сертификации на MM9. Это монстр, который? Да, Машмонстр. Сухошвильский, нет? Нет, это Америка. Это самая, наверное, старая вообще сертификация, типа как КОК. Смысл, что высылают один и тот же эспандер каждому человеку. То есть MM1, он прислали тебе, ты сжал, отправил назад, прислали ему, он сжал, отправил назад. Они боятся, что там что-то его подраздрочит кто-нибудь? Ну, типа мне прислали, а я его так это немножко... Мне говорят, его надо закрывать один раз. Я им пишу, говорю, ребят, ну я очень высокого уровня, вышлите мне сразу, ну, 8-й хотя бы. Не, нихера, правила для всех одни. Они мне присылают первый, я беру его там типа на 40 раз закрываю. Разносил чисто, блядь. Разносил. До самого конца так прошел. То есть у них MM8, его закрыло там что-то 2 человека. Это считалось очень круто, я его на 7 раз хлопнул. Нормально, блядь. Вот, и девятку я единственный пока закрыл. Но я думаю, юрковец мог бы, но не факт. И еще один там есть, американец тоже, который может все больше. Прям очень жестко. Я прихренел, когда приехал. И вот я когда готовился, я вот на нем 147 давил. А сейчас я ничего не делаю. Данное видео выходит при поддержке бренда спортивного питания отечественного производства Big S&T. Big S&T обладает огромной линейкой разнообразных вкусов, а также всяческих спортивных, околоспортивных, вспомогательных веществ. Данную продукцию вы можете приобрести на Валберес, в Инстаграме или на сайте непосредственно Big S&T. Big S&T, благодарим за поддержку. Приобретайте, покупайте, употребляйте, дабы быть такими же красивыми и сильными, как мы. Спасибо, смотрим видео дальше. 380 потянул. Но это и типа мягкий гриф, но классика. Техас или что? Ну да, типа Техаса, только юстиловский, по-моему. Ну, в принципе, это нормально, но это не очень много, это не рекорд, ничего. 380 всего лишь, как бы, тут у нас, ну, типа, все, я думаю, кто смотрит сейчас, около того и тянут, да. Расскажите, что у вас по хвату интересно? Хват у меня ярко был в программе где-то тут до конца 2019-го, потом стало совсем некогда. И вот в 2019-м я аксель 210 тянул, закрыл тогда четверку первый раз нормально. Ебать. Сколько в мире человек, чтоб я просто поясняю, что сколько в мире человек ее закрыли официально? Ну, официально то это вообще другая история, они по другим правилам закрывали, не суть. То есть, чтобы вот прямо сейчас собрать людей, кто может, ну, человек может, ну, 7 наберется, 4, ну, вот где-то там. В мире? Да. Он 164, да, вроде? Да. Сейчас будет классный вопрос, а черный торнео сожмешь? У меня даже видео есть. Просто вдруг не поверят. Да, да, да. Просто есть люди, которые думают, что черный торнео – это абсолют эспандеров самых жестких в мире. Мне кто-то его принес в гараж, типа, попробовать, и я вот так стою. Просто там, мне еще нравится. Я 30-ку нащелкал, по-моему. Еще у них можно внутри спилить, короче, вот эту, ну, внутреннюю часть вот этой рукоятки, чтобы он глубже закрывался, и прям можно еще с дефицитом, короче, его ебать прикольно. Давайте вот, типа, стронговская. Камень 200 на 4, колодец 408 на 20 метров за 16 секунд. Блять, 408? Блядь, ну почти полтонны, люди сходят с этим весом. У меня, просто, по-моему, удлинились пальцы после этого. Константинова, это самое, ну, наверняка, знаете, у него же под разнохват, у него, по-моему, вот сюда было нагрузки больше, у него два этих пальца длиннее было как раз. То есть, пацаны, у кого письки короткие, можете немножко пальцы хоть удлинить, попробовать. Такое может быть. Эстафета с мешками у нас была крутая, ее можно сюда вклинить, прям я вот этим результатом горжусь. Там получается мешок 120 на 15 метров и перебросить, мешок 150 на 10 метров и перебросить, мешок 180 5 метров и перебросить. Я таких мешков не видел, он размером, наверное, как с меня уже или с... Вот так. Блин, прикольно. Я закидывал мешок 120 на плечо, но я очень любил мешки в свое время, вот эти все штуки, но мешок 150 это же вообще же, да?
120 и 150 еще прям нормально, 180 уже очень ощутимо. Это... И я закончил за 36 секунд. То есть прям я... Мое любимое видео, где ты не в ту сторону побежал, вот это, ну, типа по свежка, и мне оно понравилось. То есть просто убегает нахуй, короче, оттуда. Я думаю, что случилось. И еще мне очень нравится фотка, где ты мешок держишь какой-то. И такой, да, просто вот так вот за кутикулу, короче, потому что... Это вот 180 был как раз. Получается, его лежа не возьмешь, он широковат, длины рук не хватает, неудобно. И приходится стоя брать, а он большой. Я так зацепил. А есть у тебя какие-нибудь нестандартные достижения, ну вот из того, что вот Виктор Евгеньевич любит делать, там, не знаю, машины там поднимать, там что-нибудь такое? Я прям обожаю. Ну, там никакого объективизма нет, типа с машинами ты никогда не знаешь, сколько тянешь. Ну это как шоу больше. Нам один раз пригнали газель, а тянуть газель это смешно, по сути. Ее никто не сдвинул, потому что мы на траве были, и она просела. И я только за счет того, что единственный приехал в шиповках, я ее там на 2 метра протянул кое-как, чуть не сдох. Ну, я насколько знаю, у стронгов, у них же вообще, мне кажется, ну, мне кажется, у тебя экипа должно быть вот прям целый чемодан дома. То есть там вот обувь для фермера, обувь для того, чтобы тачку тащить, то есть там все же разное. Получается, если что-то будет на траве, у тебя должны быть шиповки, если будет на асфальте какой-то трекпул, ну, там, тянуть автобус, у тебя скалолазки должны быть. Для беговых я стараюсь одну и ту же обувь брать, чтобы, ну, потому что целый чемодан, это уже перебор. Приседал я 300 на коленниках максимум, немного не досел, просто не знаю, потому что я не выступаю по пауэрлифтингу, мне и не надо доседать. Блин, столько же. Не, на 3 десятых больше. Ну, нормально. Хватит, а то у меня там уже потекло из пальца. Говорит, не в форме чисто такой, но жиманул, блять, круто. Это в музей мой. Это мы берем на экспертизу, проверим, короче, что это, ну, химик или не химик, то есть мы это, ну, в лабораторию отнесем, проверим. Бля, медикаментами пахнет, как в аптеке, вот, ну, понюхайте. Прям этим витамином С каким-то, не знаю. Ладно, спасибо. Собственно, с результатом 136,9 там, десятых или сотых мы переходим ко второму заданию, к следующему блоку наших попелок. Мы выяснили, собственно, рост, вес, силовые показатели такие самые громогласные. Я немножко до сих пор подохерел, пока не забыл. Был такой дядька, у меня плотная аналогия с тобой с ним. То есть он тоже был в категории 105 килограмм, у него тоже была какая-то монструозная гантель тяжелая. Но он перестал выступать, тоже Наша, по-моему, у него фамилия была. По шатовке. Да. Много вверх поднимает, да. Херово тянет. Типа того, у вас даже, ну, как будто вот, ну, внешне не сказать, но тоже лысый, борода, то есть такой, как бы, не очень большой. Но, тем не менее, дьявольские совершенно веса. Я к чему? Он сломал себе спину, то есть прям очень серьезно, насколько я знаю, у него прям все вообще очень плохо со здоровьем. Ему меняли там диски на какие-то титановые. Да. Что такое. Соответственно, вопрос к чему, как со здоровьем вообще? Хорошо. То получается, есть... я начал очень быстро, и в первый же год я развалился. Вообще, я в 19 году травмировал руку, спину, колено, у меня такой сразу список. Вот, и я ушел почти на год в реабилитацию, и я когда вернулся, с того момента у меня ни одной травмы, я все время работаю с тренером. А, вот тренер есть, да? Да. Похвастаетесь или это? Я просто так и не знаю, как правильно фамилию говорить. Арсений Манышкин или Манышкин. Я не знаю, как точно. Если что, в комментариях поправят. Вот. И мы все время с ним работаем. Человек не дает мне вылазить на неадекватные веса. Ты как раз из тех, кто вот типа туда, да? Да. То есть я предпочитаю прийти, поднять очень много и... Ну так и в скорую. Есть ощущение, что ты потренировался добросовестно. Ну, это там, если ты качаешься, а если ты стронгом занимаешься, есть ощущение, что тебя фура сбила там такое. Да. То есть, особенно после сорев можно, ну, ощущение, что типа вообще тебя... Особенно, если ты выступаешь там, допустим, еще на какой-то жаре, там, допустим, ну, там вообще пиздец крошево. Протрузии, грыжи, там что-то. Вы делали МРТ свое? У меня 3 протрузии, но они мне как бы не мешают. 2 в шее, скорее всего, от бревна, кстати. Я когда бревно толкаю, я складываю туда голову и просто, скорее всего, пережал. Вот. И одна в пояснице. То есть надо сейчас, чтобы поправить, нужно из-за головы немножко потолкать, типа бревно получается. Уже, наверное, не поправишь. Но меня как бы ничего не беспокоит. Просто болит, разумеется, пока готовишься. Все болит, не без этого. То есть так, в принципе, там отрывов, разрывов, переломов, ничего такого? Из соревновательной тренировочной деятельности я вообще ни разу не выходил. То есть я все время в строю, все нормально. Пожелаем удачи и дальнейшего фарта, чтобы так дальше и было. Как можно объяснить такие вот силовые показатели
в относительно небольшой весовой категории, потому что, ну, обычно стронги, ну, это дяди, которые вот от 100, там, 40, наверное, начинаются, то есть такие вот прям, которые серьезные. А здесь получается 100 с небольшим, у нас Саня Корягин такой приблизительно, то есть тоже не очень большой. Откуда такие, откуда, блядь, бревно 180, типа, ну, подожди, а как ты его берешь на грудь? Мне говорили стронги, что какого-то веса начинается пиздец не в том, чтобы его толкнуть, а в том, чтобы его на грудь взять. Это потому что техники у них нет. Я могу на грудь взять там и 230, просто толкнуть не смогу. Пиздец, 230. Ну, у меня очень легкое взятие, я вообще тык, ну, здесь. А дальше... Может, это от армрестлинга как-то, нет? Может, да такой... вряд ли. Такой, типа, это, знаешь, на луч поднял. Так, вот цыплинков делать. Не, это просто видео надо глянуть, и вот какой-нибудь с закатом моим. У меня очень динамичное такое движение, оно прям залетает. Ставим обязательно. А про Цыплинкова вспомнил прикольный видос. Он относительно недавно выступал на каких-то тоже соревнованиях по стронгу, очень милых. Ну, там была какая-то такая показательная движуха, 100 килограмм они толкали. И там тоже были какие-то такие соревнования, был дождь, и, в общем, стоит судья рядом с Денисовым Ивановичем, он берет такой 100 килограмм. Да, вот, да, да. Над головой такой судья. Раз! Он опускает. Вот так примерно. Два, короче, у него же руки не выпрямляются. Я такой думаю, а как он, блядь, вообще, ну, типа, от чего он отталкивается? То есть прикольно очень. Классно. Денис Иванович, доброго здравия. Ну вот, ты занимаешься стронгом, а были ли житейские какие-то случаи, когда тебе это реально помогло вот в жизни просто? Классный вопрос, вообще очень крутой. Ну как помогло? Это помогло не мне просто. Из-за того, что отец с разбором занят, вечно валяются эти коробки, там, двигатели, и, ну, я могу никого не ждать и в одиночку спокойно там двигатель отнести куда-то. Да, как бы, да, очень удобно. И вообще одному, кстати, носить удобнее, чем двумя вот так вот, да, туда, вперед. Да. Это мне, в принципе, мешает по жизни. А, типа, ты большой, помоги нам. Да, у меня в лицее так было. Холодильник отнеси, и то все. Мне очень хочется вкинуть эту тему, но, в принципе, вы вроде не шифруетесь. У Давида женщина 38 килограмм весит, да? Да. Это вот видео, где он поднимает ее на луч, я вообще охренел. То есть, ну, типа, она там висит на веревочке, он чисто причем поднимает. То есть. А почему не 180, как бревно, чтобы постоянно, ну, типа, в форме быть? Почему 38? Ну, я прям по маленьким девочкам. Кайф, кайф. Это хорошая тема. Так, ну что, скажите, пожалуйста, был ли у вас опыт сгибаний? То есть, ну, железо, это, кстати, вообще, типа, нехват, по сути, получается. То есть это в большей степени кисти. Армрестлинг, грип-спорт получается, чоп-ап-бендинг. Ненавижу. Все, что вот связано, гнуть железо, рвать там справочники, прям, ну, не знаю, не полюбил изначально. Надувать грелки, все это мне не нравится. Бля, я, кстати, перестал надувать грелки после того, когда я надувал какую-то тугую грелку. Чуть не выключился. Не, у меня воздух куда-то вот здесь. Через ухо начал выходить. Типа того, короче, получилось так, что у меня куда-то он вот сюда попал. И у меня такое ощущение, что кожа как будто, блядь, от черепа, и отсюда она отслоилась, и я вот сюда вот нажимал, у меня был какой-то хруст, знаешь, как будто поролон какой-то. И все это дико болело, как будто было воспалено, и я такой думаю, ну, короче, эти грелки, типа, не очень-то и хотелось. Вот у меня из глаза дуло как-то раз. То есть ты, и оно тут начинает сдувать. Блядь, какой мерзкий ужас. Я вспомнил, блядь, были, короче, чудаки, которые эти японские, какие-то китайские, там чувак мог... Иголку, да, там. Он мог, типа, эту, вытащить из носа вот этот динозавр, короче, его вытащить, потом через глаз как-то перенаправить, то есть вот такую тему я видел, блядь, это ужасное дерьмо. Гнуть не любите, а зачем вы надували грелку? Заставляют. Кто? Зачем? Что это? Ну, получается, стронг, он немного связан с вот этими выступлениями, где надо там разбить кирпич, вот эта вся фигня, приходилось и грелку надувать. Как это? Артист силового жанра, то есть я, по сути, являюсь таким типом, то есть я там гну что-то, иногда ломаю на выступлениях. И знаю, да, стронгов тоже заставляют, промышляют, но это, честно говоря, вообще не их специфика, и это не всегда там прикольно. Это приятно. Не особо связано. Людям кажется, что если я большой, значит, я должен обязательно закручивать сковородки. Да, типа, да. Но если я не закручиваю сковородки, это значит, что не могу. Так, что еще? Справочники, что-нибудь, грелки? У меня ребята мои, которые подопечные, вот они занимаются, там, за черенки от лопат, там, мы недавно, они проводили, получается, вот этот праздничек, и он ложится, начинает ломать, не ломается, я смотрю, а он уже
поплыл, короче, с этой лопатой. Я себе так в Тольятти разъебал бедро, короче. Знакомая ситуация. Да, не ломался, не ломался, я там как-то под таким углом, и он у меня соскочил, у меня хрустнуло бедро, оно до сих пор, блядь, болит уже, там скоро год будет, короче. Давайте тогда перейдем, собственно, к ломанию гвоздя. Вы сказали, что гвоздь вы вроде ломали, да? Да. В очень далекой молодости, там где-то в 17, насмотревшись твоих этих видосов. Ебать, страшно. Как приятно, господи, ну, что же это типа? Я думаю, ну, раз этот дрищ гнет, то и я смогу. А оказалось, не так, короче. Многие, на самом деле, на эту тему, типа, купили. Какую-то обучалку Соцкого, по-моему, смотрю, и ты у дороги сидишь, там еще звук такой херовый вообще. И он такой, вот берете, вот тут сгибаете, вот так, знаешь, просто, и вот так закручиваете. Сидит, как кубик Рубика, их вертит. Бля, ну я тогда в охране, когда работал, там делать особо нехер, ебать, сколько это было перегнуто. Тогда у меня форма по сгибаниям без упора была лучше, чем сейчас, на самом деле. В нашей передаче, в нашей рубрике нам нужно просто двухсотку превратить в два гвоздя. Есть, собственно, способ, который называется дилетантский. Он технически простой, но физически сложный из-за того, что нужно сделать много движений. То есть ты его мякаешь, получается, как вот баян. И есть, который мы называем гроссмейстерский, это когда тебе нужно его проламывать, получается, в обратную сторону. То есть вот таким вот образом кристаллическая решетка, она, получается, ломается по всей длине, и, собственно, гвоздь ломается. Да. Как легко ты это делаешь. Мужик, ну и типа это... Это такая же херня, как с армрестлингом. Люди думают, что если ты много поднимаешь на бицепс и, допустим, там много сгибаешь на кисть, то все. Да, я так думал тоже. Ты армрестлер, а ну ни хера. То есть ты должен именно вот этот вектор определенный придраконить, чтобы все мышцы работали вместе. И тут то же самое. От того, что у меня там сильные руки, ты не согнешь гвоздь. Ну, согнешь один раз. Типа, а еще прикольно, когда ты вот эти все вектора нашел, а ты просто встаешь, а там у чувака какая-нибудь рука такая с припиздью нахуй. Ты берешься, и все твои углы просто вот так вот. Ты даже включиться не можешь. Короче, в плане силового, мне кажется, армрестлинг вообще один из самых вообще таких прямо вот необъективных. То есть, ну, чел, который кладет тебя на руках, вполне себе не то чтобы, возможно, и сильный. То есть просто. Может, как... вообще он не спортсмен даже просто. Как, блядь, пришел этот дядька, всех поперехуякал тут нахуй вообще. Сколько там у тебя армрестлинга, блядь, 10 лет нахуй, сюда, на базу. А Кимбос чуть в окно не вышел, благо первый этаж нахуй просто гулять пошел, а так бы убился, блядь, молодое дарование. Какие ставки, как думаешь, за сколько этот богатырь разъебет этот гвоздь? Я думаю, что он из минуты точно выйдет. А я вот не знаю, на самом деле. Я думаю, не выйдет. Зато 3, 2, 1, добрый путь. Ух ты, нихуя ж тебе. Да блин, да он скромничал, да какая. Он готовился. Нет, слышь, прям этот хорошо держит. Ну я хорошо замотал, постарался. Прям один раз только промахнулся. Бля, круто, слушай. Рекорд, да? По-моему, да. По-моему, не... Подожди, я сейчас посмотрю. Мне же Виталик эту самую сделал табличку. Сейчас, мужик. 21 секунда метан, 16 секунд натурал Альбертович. Хорошо, прям вообще. Поскромничал. Не, он такого прям это, ну типа... Гроссмейстерский. Гроссмейстерский ёбнул, круто. Я за 6 секунд ломал, когда в охране просто сутками этой хуйней занимался. То есть там, ну, можно выходить за ультразвуковые эти значения. Ну типа это очень круто для человека, который этим не занимается. Ну что, получается третье задание. Мы двигаемся наверх, и у нас острая. Блок острый ход просто. Yeah. 21 по 27 августа проект Blood Triple следует на Алтай. Ежегодное событие. Прежде всего мы вам предоставляем безопасную и комфортную среду обитания, трехразовое питание, трехразовые тренировочные процессии, прекрасный досуг и еще небольшой сюрприз. С нами едет Акимба69 и директор школы дракона дыхания смерти. Это значит, что мы будем убивать не только ноги, но еще и руки. Все подробности можно почитать, пройдя по ссылке по этим видео. Спасибо за внимание, смотрим видео дальше. Блок острых вопросов и острой еды. Что у тебя по острому в плане вот, ну, переносимости, непереносимости, потому что татвол у нас... не отлетел, было опасненько. Ну, в меру острое я вывожу, но прям острого не люблю и не ем, хер его знает. И у меня таблетки от изжоги с собой, если что. Блять, вот они вот, вот медикаментозники. Если что, как бы, если чувствуешь, что какая-то хуйня, как бы, можно не хавать. Ну, короче, чтобы ты понимал уровень нежности, знаешь, роллы острые, когда я беру вот эту верхушку, нахуй, стираю. Об штаны, наверное, чисто, блядь, об асфальт. Ладно, хорошо. Тогда, получается, у нас блок острых вопросов. Пока заваривается наш доширак, будем спрашивать непристойности. Протеин пьешь? Не, завязал. Завязал? Креатины там, вот это вот все.
Не, креатин остался, и надо. Ну вот, блокострых закончил. Че по химке вообще, вот расскажи. Ну понятно, что, блядь, бревно 180. Тебе вообще, ну типа, если как бы у тебя будут потом проблемы с выступлением на соревнованиях, то... Да, ну, в стронге запрещено без химии выступать. Ну типа логично, на самом деле. Самое блядь, это бодибилдеры, которые говорят, что они не курсят, блядь. Это вот вообще чудесные ребята. Ну у них там контракты, спортпит, у нас как бы нихера. У меня контракт с фармой, поэтому... Нормально. Нормально. Все нормально. Я, получается, вот как начал выступать в стронге, так сразу начал заряжаться с 2018 года. Серьезно? Уже 5 лет, получается, особо и не слажу. Погоди, а вот до, допустим, вот того, как это самое, с какие были типа там результаты? То есть вот капитан краши третий, вот эту вот всю тему ты на чистую делал? Тройку на 5 я закрывал на чистую, и езжал я 180. Но это все равно как бы поцелованный боженька считается. Да, хват и жим, в принципе, у меня нормально шли. Я просто ничего больше не делал, арм не предполагает ни приседов, ни тяг, ничего. Ну да. 5 лет, получается, химического стажа. Что скажешь, как там за этой гранью жить? То есть, как ее называют? Темная сторона? Как на темной стороне живется? Примерно через пару месяцев ты привыкаешь настолько, что ты не можешь отличить, как было до и как сейчас. То есть, ну, для тебя это обычное состояние. То есть, отличается сильно от натурахи, наверное, тем, что когда ты чуть дозняки повысил, ты как тварь забиваешь, ты не можешь быстро идти, у тебя горят икры, ты не можешь там быстро есть, у тебя забивается рука и челюсть. В натуре прям на стопы? Да, да, челюсть забивается. Челюсть? Ну, пампинг очень большой от всего. Жду, как лизать тогда. С этими, с перерывами. С дублером, бля, знаешь, типа. С ассистентом, нахуй. Бля, вот, у меня поэтому там большой набор этих игрушек, чтобы я не перетруждался. Блять, красавчик, ну просто наш человек. Респект. Так, гавкает ли Бобик после химии? После не знаю, я же на химии. Все, я понял. Нам надо будет еще, походу, чуть-чуть погодя встретиться. Разные препараты, разное воздействие, и ты катаешься по таким горкам, где ты, допустим, не хочешь секса вообще. Ну, тебе не интересно, и просто тебе попросили, как бы, долг супружеский. Надо работать. Вот такой, бля. Вот. И когда тебя крышняк вообще сносит, и типа там ты думаешь, пора, типа прошло там 5 минут после, ты такой, бля, пора. Бля, охуенно, нормальный движ. На самом деле, по-моему, первый человек, с кем можно вот свободно вот прямо вот так, да, вот спросить, да, потому что как бы, ну, определенно для обычных людей, ну, химия это как бы там, ну, прямо, есть, короче, набор клишированных как бы пониманий того, что там происходит, но по сути как бы хер его знает, как оно там на деле. Вы не планируете вообще, да? Слазь? Ну да. Это какой смысл? Ну, когда ты уже там условно 5 лет заряжен, и скорее всего на свой уровень ты уже никогда не выйдешь теста, который у тебя был до. То поэтому есть, это все, это путь в один конец. Дорого химичить? Вообще нет. Нет, да? То есть, ну это, знаешь как, чтобы один раз химорнуть и слезть, дорого, потому что тебе кучу анализов надо сдать, то отследить, это отследить. Я человек такой замороченный, у меня там таблички Excel, знаешь, я... У тебя есть какая-то табличка, типа книжка, да, твоя есть? Книжка, да, есть, где я там все это рассказываю, что как химичить, что как сдать. Расскажи, кому надо будет обратиться же, там тебе копейки. Кому надо, всем надо. Там информация даже для тех, кто не собирается, но ему интересно послушать, как это. Там информация, которая тебя отговорит вообще навсегда. То есть, ну, там написано конкретно, тебе не надо, забудь, да, у тебя там батя гипертоник, братан, ты сдохнешь в 32 там от инсульта. Неплохо. Вот. Очень много такой вокруг информации, вокруг химии, какие могут быть побочки, как их не допустить, какие препараты надо пить, какие не надо пить, как работают гормоны. То есть, ну, это энциклопедия именно такая познавательная. Кого заинтересовало, обращайтесь, вот, пишите человеку, ссылки, естественно, мы все оставим. Я, наверное, тоже обращусь, почитаю, интересно, надо развиваться. Скоро старость, скоро Бобик перестанет лаять. Возвращаясь к тому, дорого или недорого, вот этот один курс первый, он, скорее всего, обойдется где-то в 20-ку, если прям вообще все нормально сделать. Для студента, который решил химорнуть пачкой метана, это, конечно, дорого. Ну да, наверное. Для взрослого человека, который решил, что там он хочет, там, не знаю, пожать 120 на спор с друзьями, уже не очень дорого. А потом, если ты, как я, заходишь на вечку, когда у тебя нет времени слезть и восстанавливаться, ты просто в какой-то момент, чтобы не сдохнуть, уменьшаешь дозировки до своих родных. А что значит, чуть, ну, чтобы не сдохнуть вот этот момент? Как бы, пока ты заряженный, организм работает в турборежиме, накапливается куча проблем. Там где-то устает печень, где-то устает костный
костный мозг, потому что эритроцитов много делает. То есть растет гематокрит, гемоглобин, вот это все. И организм тупо устает пахать. Угу. Ну вот потому что это типа поэтому, наверное, и можно, да, сказать, что люди, которые фармят, они как будто постарше выглядят. Что типа набирается. И износ быстрее, да? Повыше. И в основном люди, которые фармят, они весят больше, а вес он всегда на роже сказывается. Прям. Да. Вот. И ты слазишь на те дозировки, которые имитируют твой тестостерон родной. Ага. Висишь чуть-чуть, организм отдохнул, ты снова залез и вот так катаешься, чтобы не сливать все. Потому что если ты слезешь, разумеется, какой ты спортсмен, ты рассыпешься там через 2 месяца прям конкретно. Но там же, наверное, и гормонально, эмоционально тоже ебанет хорошо. Конечно, да? Это там депресняк начнется, еще что-нибудь, поэтому вот я за стабильность. Понятно, прикольно. Вот. И в таком режиме мне, чтобы химичить, надо, я не знаю, 5 тысяч в месяц. Почти бесплатно. Это типа дешевле спортпита получается. Да. Да. Схуяли, блядь. Ну-ка, вопросик вот такой возник интересный. Такая чисто реклама в фармакологии пошла. Да не то, что реклама, тут как бы все... Ну, разумеется, у этих, у бодибилдеров там вообще другие цены. У них там 50, 100 тысяч там в месяц. Они еще гармохи ставят очень много. Если кто-то смотрит, кто ставит, не ставьте много гармохи. 2-3 единицы, это более чем достаточно. Нормально, интересно. А вот когда понижается дозировка, как-нибудь ощущается, вот типа там на эмоциональном фоне, там, допустим, или там на результатах? Становится лучше. То есть ты чувствуешь себя лучше, настроение лучше, а результаты хуже. Ну, ты слабеешь, но как человек ты восстанавливаешься. Более приятный становишься такой. Там край подготовки, я добавляю препараты, которые именно вот разгоняют психику, ты превращаешься в мразь. Мразь. Просто. То есть ты злой, ты недовольный, там жрать не готов. А если без химии такое происходит, это что значит? Ну, на химию тебе нельзя вообще, значит. Вот этот видос классный, где тип говорит: ну вы знаете, если ты долбоеб и принимаешь стероиды, ты станешь супер долбоебом. Стероидный долбоеб, это страшнее, блядь. Тут как бы такая же ситуация. Они же не могут из нормального человека сделать дебила, да? Они сделают из дебила супер дебила. Это прикольно, мне кажется, нужен супергерой такой этому городу. Супер дебил, блядь, просто. Хотя, мне кажется, у нас полгорода таких. Так, ну что, с фармакологией понятно. Давайте пройдемся немножко по спортивной деятельности в том плане, что вы являетесь стронгменом, легковесом, и насколько я могу судить, и видеть, вы довольно дерзко ворвались в эту движуху вообще всю. Ну, можно наблюдать на вашей странице большое количество таких вроде локальных, нелокальных таких конфликтов со спортсменами. То есть, вообще, расскажите, любят вас, не любят? Спортсмены не очень. Почему? Прям. Ну, как минимум, я у них бабки отбираю в итоге. Ну, в целом, да, ну тут можно понять. Вот. И, ну, я стараюсь за любой конфликт, за любую возможность вот поругаться, хвататься, потому что иначе мне скучно. То есть, готовиться просто на турнир, это просто железки поднимать. Это как тренировки, когда люди говорят: я преодолеваю только себя, мой соперник только я. Ну это ж хуйня. Как не только я? Я вообще не против, как бы. Ну, я бы себе первое место отдал. А когда у тебя с человеком конфликт, ты едешь его разнести нахер. Ага. И ты тренируешься лучше, ты жрешь лучше, ты спать ложишься ради него раньше, чтобы выспаться. Потому что ты думаешь: сука, я приеду за тобой. А было такое, что это выходило за рамки тренировочного процесса, и что, допустим, вот вам говорили, что мы, блядь, пиздов дам, блядь, там что-нибудь такое, вот прям были такие стычки? Нет. Ну, что-то там было чуть-чуть так. Ну, в итоге никто меня не бил. Вы, да, вы там ругаетесь где-то в сети, но потом приходите, здороваетесь. Ну, как бы, а что я тебе скажу? Пошутил надо мной в интернете. Пошел нахуй ему так вот, блядь, тебя будет, блядь, прям тут на столе, блядь, на этом камне. Вот так, сука, ложись, блядь. Я, наверное, стронг смотрю чисто из-за Давида, потому что, ну, мне интересно, с кем он там срется, там, кого нахуй вертит, то есть, там, знаешь, там, какого-то чела постоянно стебет. Это ж не прикол, реально эстрогеновый, потому что толстый, да. А жир — это же орган, который конвертирует тестостерон в эстрадиол. Жир? Орган? Да. Нихуя ж себе. Короче, чем ты жирнее, тем меньше теста, больше эстрадиола, тем больше ты тёлка, короче. Кайф. И вот они вот это со своим пузом, такие большие, бородатые. Да, жим 140, вес 140, талия 140, Russian Strong, обожаю, блядь, эту хуйню. То есть, когда там чувак такой просто выходит там, 150 килограмм, он, блядь, замотан как мумия, вот тут такие щеки, он такой бревно 120, просто обосравшись, короче, такой вытряхивает пердеж из жопы. Думаешь, блядь. Кстати, сейчас хорошая тенденция. Сейчас в топе, вот там я со Скосырским, оба, ну, я 120, он 125, и разносим уверенно ребят толстых. Мне казалось, что раньше тяжелые стронги, они как-то поживее были нынешних тяжелых стронгов, как будто. Нет.
Сейчас как раз тенденция, кстати, к снижению веса. Ага. Ну, вот херову тучу на троне сидел же Друнос. Он же вообще как шарик. У него вот до сюда живот примерно. Он же поднимал вообще пиздец. Да, поднимал прямо жутко. То есть там какие-то вообще... Его рекорды все еще висят. Ага. А до этого был этот красивый Пудзиновский. Такой сухой, весь. Блять, как это вообще? Я, который в миксовке, да, да. Сейчас. Не знаю, может это от... Ну нет, там чувак просто выглядел. Он очень сухой, очень сильный, но он, ну, недостаточно сильный. То есть пришел Жедрунос пузатый, его сразу как бы сместил. Ну, мне кажется, вообще таким сухим в стронге быть, это прямо, ну, я не знаю, сколько так можно протянуть. Ну, от генетики зависит, но мне кажется, там же рвутся пи***ц же в стронге. Там вот на камнях на этих руки отлетают у людей. Ну, периодически, да. Бицепсы вечно отлетают. Мне кажется, их уже и пришивать не надо. Отлетел и... Я слышал, что есть какая-то тема у пауэрлифтеров или еще что-то, когда у них что-то отрывается, им что-то пришивают, и типа становится пизже, чем было. Там какая-то есть. Вряд ли. Вряд ли. Единственное, у меня в голове все время крутится, короче, какой прикол. Во-во, боковая связка. Отрывается бицепс, он же вот тут примерно крепится. Так. Он отстегивается. Они ж могут взять его, пришить, блядь, вот сюда. И представь, у тебя от оси вращения сустава, насколько сместится он, и насколько сильнее станет. То есть он будет тянуть не тут, не за краешек, как бы, а как у жоха луч, типа. Блядь, но он, то типа, станет, может, посильнее. Он станет короче, вот так, примерно. А-а-а. Но зато, прежде там усилие вырастет, там, в два раза, примерно. Да, станет ли он крепче в месте крепления? Срусь. Ну, это добрый хруст мы называем. Ну, не факт, смотря как прикрутят там. Они иногда просто там как-то крепят, иногда болт вкручивают, на болт сухожилия накручивают. Я вообще не видел, чтобы у армрестлеров отрывались бицепсы, кстати. Да, ни разу, то есть. Я видел только вот недавно, правда, может, это был луч, спарринг Ларата с каким-то мужиком. И вот они... Да, да, да. И недавно Пайзулаев себе порвал бицепс. Это неожиданно. Который на луч поднимал? Вот да, это? Да. Ну, да, блядь, да. Ну там это дело времени. Просто как будто жуткие много. Веса, да. Ну, да, редко очень-очень. Так, у меня еще острый вопрос есть. У меня тоже один. Давай, есть. Давай, ебашь, я. Слушай, Давид, я вот еще подумал, ты говорил про конфликт, а может из-за того, что у тебя такая кавказская немножко наружность, или может быть из-за этого с тобой не хотел связываться? По-любому нож в кармане, да? Ну, я не про это подумал, ну, может, мало ли там приедут братья из Чечни, там, или там откуда, с Кабардино-Балкарии. Я просто не перехожу грань особо, там, у меня этих никаких там личных оскорблений нет, ну, просто шуточки. В прошлом году прям Макарову досталось. Да, нормально. Да, я вот прям смотрел, ты прям хуй вертел, прям вообще, я даже не знал, я только благодаря тебе узнал, кто это, то есть, посмотрел, но... Нет, в этом году он не приехал, обидно. В общем, я очень ждал, когда Давид отправится на проверку Кириллу Игоревичу, на проверку на раз, чтобы ебать тот скрин, который я готовил, нахуй. Я его сохранил, готовил несколько дней. Короче, в общем, вопрос, Давид отвечал на вопрос и говорит, планируется ли коллаборация с Блудом или Сарычем? Вот, и он говорит, предполагаю, что я им не интересен совсем, не похож на клоуна. Вот, собственно, когда вы решили, что вы стали на него походить, расскажите, что изменилось? Часики тикают, пришлось это переобуться немножко. А кто не переобувается, у того ноги воняют, кстати. Вот, ну, прикольно. Мне кажется, что как будто ваша леди поспособствовала его немножечко вашему этому. Она прямо заставляет, да? Ну, да, меня пинают. Ну, как бы, сейчас выбора нет, да? То есть, ты либо сидишь там у себя один такой серьезный спортсмен. Да. Такой, я нигде вот не снимаюсь. С этими вот они там шутки шутят, эти блогеры, Все блогеры пи***цы, извините. Вот, а я типа такой там буду вот, ну, серьезный дед. Надо. Скучновато жить. Да не, понятно, это все, это самое. Очень прикольно, мило и обаятельно. До вас Луценко доехал в итоге? Да. Там был видос, где я, кстати, гантель 150 поднимаю. Блять, надо смотреть. Был 21-й год или 22-й, конец. Карантин? Конец 21-го года, кажется. Так, ну что, все вроде по... Я, наверное, вот что хотел бы спросить. Являюсь профессиональным спортсменом. Сколько у вас выходит на спорте, если это не коммерческая тайна? Вот? Около миллиона в год. До миллиона, да. Собрать. Ну, то есть, это как бы, разумеется, немного, но на еду хватает, плюс это дает возможность, по сути, больше ничего не делать, ну, только в удовольствие. Ну, типа там тренерская деятельность, да. Дальше там какие-то... Я беру людей, если мне нравится с ними работать. Не нравится... Пошел. Ну, да. Все правильно, это золотое правило, на самом деле. А сколько вот стоит у тебя взять пакет тренировок, например, на месяц? К лету подготовиться 10 чисто, тысяч вот. В месяц. Я, ну, берусь полностью за человека, типа, и тренировки, питание, фарма, что он хочет, все я ему расскажу. Это онлайн или офлайн?
офлайн у меня в подвале, что ли? Нет, ну мало ли, что человек из Белгорода к тебе пришел. Онлайн. Офлайн у меня только спортсмены именно такого высокого уровня. Шамей Крю Кэмпани. Так, ну что, поедим? Давайте поедем. Мимо пронес, она аж это... Это от меня. Сука. Кислый творог, блядь. Так, в процессе попробуйте, скажешь, бля, я не вожу. Но у нас типа больше. Оно прям мне через нос прощелкивает. Мне кажется, у меня рот не такой чувствительный, как нос. То есть бритые письки в ход идут. Не бритые, вернее. Похуй вообще. Хорошо. Так, ну что, хуёвого аппетита получается, месье? Я думал, ты мне сейчас на плечо харкнёшь. Конечно, все. Такого еще бронтозавра достай, такой. Прям вот отсюда, с этой, где тут легкие дно, нахуй, такой черный, блядь. Из желчного пузыря, понял? С камнем таким, знаешь, чисто вывалить. 3, 2, 1, в добрый путь. Ой, блядь, она кусается, слышит, это вилка ебучая. У людей вызываем как бы эмоциональный фон определенный. Ну да, хуета прям. Спасибо. Мы старались. Лучше эти самые умы трудились над воссозданием как бы прям вот хуевых ситуаций, мерзких ощущений. Пизда. Не люблю вас, но это пиздец, бляша. Это волна хуяческая. Ааа! Оно же должно, блядь, ну, привыкать ты должен. Не, нихуя. Становится хуже. Ты же, я тебе не даем эту хуйню. Без проблем. Все, в этот раз. Сука. Ну где же вы пейски, блядь? Блядь, ты же, она уже как перцовый баллон во рту. Ну мне кажется, если им в ебучку кинуть, я думаю, ну нормально можно отбиться нахуй. Блядь, ну слышь, ну его в пизду, я умру, пока съем. Я думаю, в пизду его тоже не надо, блядь. Ебать. Все, отдыхай, мужик. А что до этого попить там, блядь? Так, смотри, мужик. Охуеть. Держи. Ебать, это отрава, слышь. Серьезно, а я люблю иногда его похавать. Первые 4 ложки нормально было, вилки. Я думаю, женская аудитория у тебя должно при это. Язык длинный у тебя. Прибавится, да. Ну, кстати, не так быстро забивается, как остальные мышцы. Это хороший навык. Есть такая шутка. Значит, какая самая сильная мышца в теле женщины? Это язык мужчины. Неплохо. Ебать. Ну я понимал, что оно, блядь, не очень. Ну, чтоб настолько. Но, ебать, душу жжет. Пиздец. Когда откусит? Здрасте. Давид принес с собой 4. Это, ну, типа, элитное мерило хвата. То есть, ну, как мы говорили в начале, Давид рассказывал, что там его, ну, там, дай бог, там, человек 5 соберется, нахуй, которые его смогут сжать. А, есть 3. Но она разъебанная, как вот, блядь, пиздища самой довольной тёлки, которую ты знаешь примерно так. Плохо, вообще не смазываете. Нет, конечно. У нас еще. Опа. Там это. Ты чтоб просто, чтоб ты понимал, Иван, чтоб ты понимал, просто возьми его, тисни немножко. С параллели начинается нагрузка. Да, да. То есть нужно, чтоб ручки типа коснулись, понял? Да, да, я понял. Короче, смотри, у нас из интересного что есть. Вот какой-то GCP-8, я не знаю, что это. Мне какой-то чел написал, что он его смазал, можно пожмакать. Тебе с зала? Да. Красавцы. Вот такой вот есть, если хочешь, можешь попробовать. Он, это как 3,5. Я просто, и вот это, не, ну это что-то мягкое. По-моему, СХР. Ну тут да, очень крутая, да, насечка. СХР, это она... Мурашкин делал. А, здрасте. Он меня забанил, кстати. У меня есть друзей удалил. Очень странный чувак, блядь, тяжелый просто нахуй. Больше, чем бревно, которое ты поднимаешь, блядь, мужик. Прям вообще очень тяжкий. Капитан Краш 4 для людей сведущих знают, что это за пассажир. Сам вызвался, говорит, что сейчас попробую лопнуть. Ебать, ты что, серьезно, что ли? О, как я себе палец прид... Это к пиву. Забираю. Блять, мужик, ну ты типа, я понял, что это была глубокая установка, но типа не тяжело тебе было, да? Я когда установил, я подумал, что мне сейчас руку порвет. Серьезно? Да, ты прям его... прижался нормально. Так, Давид продолжает удивлять. У нас тут в зале валяется испандер, который я выиграл на каких-то мохнатых соревнованиях очень давно. По-любому его тут никто не закрывал. Я тоже его не закрывал 100%. Е-мое. Нормально. Ну как, он тяжелый, на что похож?
Нормально. Ну, как 3.5, я же сказал. 3.5, да? Ну, он поудобнее, поприятнее. Мне GHP больше нравится. Да. Четвертое задание. Азартные игры, азартные карты. Ну, тут традиционно спрашиваем про азартность того или иного человека. Как у вас с азартными вообще вещами, играми? Я все время на деньги спорю. Кстати. Я на прошлой Сибири 10-ку просрал. Да. Я поставил, что выиграю я, Степон и просрал. Бля, обидно, обидно. Я знаю, что у вас в Инстаграме был очень такой интересный момент. Мы его, наверное, тоже сюда можно ссылку кинуть. В общем, где-то на каком-то рынке сидел дяденька с гири 80 килограмм. И всем, кто смог эту гирю, сможет поднять над головой одной рукой, он платил 10 тысяч, да? Он сразу свернулся после этого, типа, не всем. То есть вы его разъебали прям, да, прям на жесткого. Не было жалко. Там, короче, такой дядька сидел, прям такой, видно, что он уже старенький такой. Он небольшой, да, то есть он такой был. Наверное, 65 весит. Пиздец. Что самое большое выигрывали, проигрывали? Ну, по десятке. И выигрывал, да? И проигрывал. Вот сейчас сотку поставил там. Типа, а на что? С гирями то, что. А, странная тема. Но это, кстати, же не вы поставили, получается. Ну, он предложил, говорит, если хочешь по Вилксу, то ставь сотку. А, сам, да? Да. То есть он можно еще и влететь, да? Да. То есть сколько вам по Вилксу надо поднять? Ну, я должен поднять там килограмм, наверное, на 20 больше, чем он. То есть это 50, 60, 70, да? Блять, ну в принципе, если бревно... Можно 200... похудеть еще. Ну тоже. Бревно не связано с гирями вообще. Разные движения совсем. Вот оно стоит, и ты вот тут его прижав, просто высаживаешь, и оно начинает по тебе крутиться. Ну и получается вот такое движение. А гири все-таки надо отсюда стартануть, снизу, мерзко. Можно еще туда, в жопу убрать, туда поглубже, вот, типа, чтобы оттуда. Я прикидываю, что если я гантель 150 на плечо закидываю, то и гири по 70 можно. Бля, ну интересно, пожелаем удачи. Ставки когда-нибудь это самое делали, ставили на что-нибудь? Только на себя. Серьезно? Не, ну чтобы где-то на сайтах ставить, я не ставил ничего. Понял. Если Буков предложит рекламить, будет? У меня все футболки эти леоновские, потому что Макс сотрудничает с Леоном, они футболки делают. Все понятно. В казино бывал хоть раз? Нет. Хотел бы? Да не особо. Мои эти игровые штуки закончились на доте. Может, что-нибудь для этого, для знающих расскажете, что-нибудь, какой уровень нужен? Ну, я нормально отпахал лет 8, у меня 5650 ММР было. А средний уровень это где-то 2000 рейтинг, 4000 это уже там хороший. 6000 это про, вот я вот почти до про, до полста, да. Я между дрочкой и играми выбрал не игры, то есть я не геймер, поэтому как бы тут приоритетность, извините вы. Шо у нас тут, смотрите, у нас тут получается четвертое задание, 54 карты. В принципе, задача максимальное количество порвать за наименьшее время. Карты, чтобы порвать, сил особо много не нужно. Главное направить в одно место, то есть в одну точку, в одну линию, тогда они порвутся. Сколько будете рвать? Ну, давай все. Да, глупый вопрос был, что я так чисто для приличия спросил. 3, 2, 1, в добрый путь. Ну вот опять вот он. Не-не, на... Блин, а где ты так... А, свело, да? Да. У меня тут у дочки, короче, я завязывал ей там что-то, какие-то кнопочки, шарфик, блядь, у меня как руку вот так вот скрутило, я аж охренел. Говорит, пап, ты чё? 11 секунд, то есть, ну, как бы без малого 12. Ну, я видел, целился, что-то... Да. Что-то не идет. Не, ну это тоже... Ну, мы можем посмотреть, кстати, 11 секунд. Да, вот Натурал Альбертович, 8 секунд, короче, он ебанул 54 штуки. Ну, короче, это в тройке результат получается. Ну чё, дальше двигаем? Идем. Ну, только что, у нас самое блядство осталось вообще, мне кажется. Вот самое гадкое, самое мерзкое, самое неприятное. Ну, если долго не терпеть, то нормально. Да, в целом то. Ну, просто после Юрковца я немножко вообще офигел, потому что... Он там что-то показывает руки, там живого места нет, и он через там неделю или две из пандеры жмет. Да. Я смотрю, на ладохи такие следы. Да, они еще, то есть он типа 5 минут отстоял. Я до этого момента, до Юрковца, вообще думал, что тяжелым ребятам как-то тяжелее как будто стоять. Он просто терпел. Он говорит, мне... Плакал внутрь. Возможно, да. Прикольно плакать внутрь. Это как срать себе в жопу, как будто бы. Интересно. Чисто на массушку. Так, у нас здесь очень стандартные вопросы. Они для всех всегда одинаковые. Собственно, про боль мы здесь разговариваем. Есть физическое, есть духовное. И поговаривают, что физическое не столь сильное, чем духовное. Или наоборот, духовное там это послабее физическое. Короче, мнения расходятся. Вы что думаете на этот счет? Какая боль пожестче? Я не испытывал ни той, ни этой, чтобы вот прям вообще очень больно. Серьезно? Все
терпимо, все нормально. Следующий просто вопрос как раз таки о том, самая сильная физическая боль, которую вы испытывали, поэтому. Ну, наверное, удар по яйцам, это вот самое, самое такое. Такого у нас еще не было. Это прям конечное. Пробивали? Случайно? Ну, или да, как-то? Бросок затягивают, ага. Колено подставляет, все, я прям на это колено налетел. Я думал, ну все, меня это увезут. А я слышал, что можно умереть от болевого шока, кстати, когда типа от удара. То есть бывает такое, я слышал, что... А кто-то за это еще есть, что деньги платит, чтобы их... Мне тип писал за 6 тысяч, хотел, чтобы я его по яйцам напинал. Так, окей, душевная боль терзала вас когда-нибудь до ужаса? Да все терпимо. Ничего такого. Настоящий стронг. Да, такой прям, блядь, я без меня ни грамма эстрогена не вытянет. Суки, я плачу, только зеваю, блядь. Окей. У нас как бы бытует такая тут в воздухе пословица, поговорка. Называется, каждое движение должно причинять боль. Скажите, согласны вы с ним? Это прям про стронг. Да? Согласны, не согласны, как понимаете, расскажите, что. Ну, я бы не хотел так жить. Как бы... Ну вы так же живете. Грустная история. Мне кажется, стронг подразумевает на самом деле много болевых ощущений. То есть там... Ты не чувствуешь. Пока делаешь, не чувствуешь. Да, 100%. Особенно на соревнованиях вообще по херу. Угу. Я потом смотрю, у меня волос на ногах вообще нету. Я там их клеем повыдирал, думаю, нихера себе, безболезненная депиляция. Это шугаринг называется вроде, да? Да-да-да. Прикольно. То есть можно женщинам советовать брать камень 200 килограмм, кидать, и можно и не ходить, не страдать, да? То есть, а потом, ну, турнир закончился, ты выходишь, и ты просто пластырь оторвать не можешь. Больно. Прикольно. Такая херня. Задача в следующем, то есть тут как бы задача на мазохизм, на терпелку. Пацаны стоят. Да ну нахер. Да, пацаны. Я думал, они потупее. Не, я потупее. Гвозди острые. Тут на мне как бы. Задача встать в планку, опершись руками в гвозди и там простоять сколько считаете нужным. Можете не стоять. Ну, попробовать интересно, я думаю, в любом случае. Не, я просто знаю, что мне точно больно. Точно сильно больно. А еще косяк, у меня же кисть не гнется. Я сейчас буду, ну, типа, вот так упираться. Твою мать, как больно. Сука. Да ну нахер, бля, я уже дырявый. Это, сука, как в тюрьме. Это так и было, блядь. Это не мы, нахуй. А, блядь. Сука, блядь. Хорошо, 1-5, вон прошло. Слышь, ну дальше можно терпеть, но думаю, нахера оно мне нужно. Ну смотри, ты как бы... Не, оно типа вот это встать, это прям... Жестко, да? Да, потом боль такая, говорит, ладно. А у тебя есть трипофобия? Чуть-чуть только, то есть, неприятно становится. У меня прямо, ну, типа, у меня у женщины она прям такая, типа, начинает. И... Когда они вот эти картинки показывают, они прям херово выглядят. Не нравится, да? Да. Прикольно. Так, ну что, у нас результат 11 секунд, он, кстати, не самый плохой. Да. Да, то есть, там, Новоселов, допустим, тоже с Игоричем не смогли встать из тяжелых ребят. Не, ну, встать можно, просто, ну, так... Она тебе говорит, а надо? Сколько тебе за это платят? Да, да, да. Ну, тут у нас, видите, это... Медийные моменты. Вот. Это, кстати, у меня тоже часть имиджа. Всегда ага. Вопрос финансовый. Ну, правильно. Типа, сколько ты поднимешь, а сколько платят? Ты же профессиональный спортсмен, в принципе, так, я думаю, и должно быть, собственно. Нас смотрит большое количество ребят разных возрастов, профессий, конфессий, половых принадлежностей, трудовых деятельностей. Что пожелаете? То есть, ваш мессендж буквально так чисто вкинуть. Так как мне по жизни повезло, и то, чем я люблю заниматься, приносит мне деньги, я как бы желаю вам того же, найти ту деятельность, которая вам нравится, но при этом с ней вы не умрете с голоду. Это, наверное, вот почти самое важное в жизни. Я вообще прям, да, согласен. Вам сейчас 26 получается. 10 лет назад вот вы себя встретили в нынешней физической оболочке и в таком же уме. Что бы вы пожелали себе 16-летнему? Косяк в том, что я не сильно изменился. Это может быть и не косяк, может это и хорошо, на самом деле. Вот, то есть, знаешь, кто-то там такой, все, надо было вот этим спортом не заниматься, надо было сразу там в крипту вкидываться. Да-да-да-да. Binance, блядь. Вот. А так как я и остался спортсменом, надо было сразу найти себе тренера. Прям сразу тренера, обязательно тренироваться с тренером. Вот я бы туда смотрел. Это важно, кстати, такого никто, наверное, нам не говорил. То есть без тренера даже профессиональному спортсмену... Тем более профессионально. Чем менее ты метишь на результат, тем больше ты можешь заниматься сам, чтобы не заморачиваться. Там пришел, сегодня хочу гирьки, завтра штангу. Ну, просто в кайф. Угу. Если ты пришел за цифрами там конкретными, у тебя должен быть тренер. Да, мужик, спасибо тебе большое. Вот, очень круто было тебя это самое попиздеть, потестить.
Я прячусь буквально с Иваном на полминутки вас оставляю. Ну, если приходите, я показал бы. Что было для тебя самым тяжелым, наверное? Лапша, я так по-любому, это, ну, без вариантов, я чуть не помер от нее. Второе, третье, четвертое место, что поставишь? Если бы я на гвоздях прям упарывался, я бы, может, даже гвозди поставил выше, чем лапшу, но я не упарывался, но все равно было тяжеловато. Блин, такие дырки нормальные остаются. Да. Вот, неприятно. Карты, гвозди, динамометр, это все такое прям всегда готов, да. Поэтому вот лапша и гвозди. Занимайтесь своим любимым делом, кайфуйте, живите, пока есть возможность, особенно пока вас там родители кормят, это лучшее время. Ищите возможности дальше доставать деньги так, чтобы не упарываться там с 9 до 6 каждый день. Всем пока.